воскресенье ранним утром в Лугском районе произошла серьезная авария. Молодой человек 1993 года рождения без водительского удостоверения и мотошлема, управляя мотоциклом Honda, совершил наезд на корову. В результате через час после аварии мотоциклист скончался от полученных травм в центральной районной больнице. У него взято кровное исследование. Пассажир, мужчина 1988 года рождения, с ушибами тела госпитализирован. Третья участница аварии, корова, погибла на месте ДТП.